Всем привет! Сегодня опять попали на канал Клан Сквад. И сегодня опять с вами я, Саня. Сегодня мы научимся делать щиты быстро, так как эти ребята. Давайте разберемся по порядку, чтобы делать щиты таким образом. Constructing siege equipment. Constructing siege equipment. Constructing siege equipment. Constructing siege equipment. Чтобы ставить таким образом щиты, необходимо уяснить некоторые вещи. Во-первых, чтобы ставить щиты быстро и правильно, нужно не два раза кликать на щит. То есть вы кликаете на щит, потом кликаете на то место, куда переставить его. Нет, это неправильно. Сейчас показывается неправильный вариант построения щитов. Но правильным способом выставки щитов будет, кликая один раз на щит, удерживая при этом его и перетаскивая на то место, куда хотите поставить. Сейчас показывается правильный способ постановления щитов. Еще есть правило, что когда вы ставите щиты, вы должны камеру передвигать не мышкой, то есть вы поставили щиты, передвинули мышкой камеру, дальше ставите щиты. Сейчас показывается неправильный способ. А нужно на клавиатуре передвигать камеру стрелочками. Сейчас показывается правильный способ. Что еще хотелось добавить, что, допустим, если у вас нет большого открытого пространства, где можете ставить щиты, тогда ставьте щиты с приближенной камерой и в своем замке, так как с приближенной камерой на маленькой территории удобнее ставить. И этому следует обратное, что, допустим, если у вас есть большое открытое пространство, на котором вы воюете, то ставьте щиты прямо на этом пространстве, так как вы сможете в это же время и контролировать армией, и ставить щиты. Set us a task. How can we help? Constructing siege equipment. Constructing siege equipment. А чтобы выработать такую скорость и круче, просто тренируйтесь на таких картах, создавая их в самом Стронгхолде, там по 50-100 инженеров. Просто практика и все. Мне кажется, кстати, что лучше быть аккуратнее щитами, то есть ставить их медленнее, но делать меньше ошибок, чем быстро, но с большим количеством ошибок, так как одно требушет стоит 150 золота, а на 5 ПТ это будет довольно-таки очень много стоить вам. Ну что ж, на этом все, а я, пожалуй, буду прощаться. Ой, точнее нет, я скажу вам до встречи. До следующего ролика, мои любимые друзья. Это был Саня и Клан Сквад. Пока-пока!